сложно не было, нам нужно добиться перемирия. Я думаю, что это займет больше времени, чем просто условия Порошенко. Но это огромная задача наших дипломатов, и это нужно сделать дипломатическим путем. И вообще я считаю, что Россия и Украина должны сами договориться без влияния Америки. Потому что у нас граница, у нас огромная граница с Украиной. Вы должны понимать, как сказал, я смотрела внимательно интервью Сергея Лаврова, если не ошибаюсь, министра иностранных дел, как он, Чарли Роуз, давал интервью, объясняя, что границы России с Украиной — это границы шире, чем Соединенных Штатов с мексиканской границей. Конечно, Россия будет иметь, соответственно, отстаивать свою позицию на Украине. И как это сделать, я не знаю, потому что, к сожалению, я не дипломат, ситуация очень тяжелая. Но то, что нам нужно договориться, мы просто должны найти компромисс как-то.